Сюжетную кампанию дополнения «Королева-ведьма» сами разработчики называли самой масштабной и амбициозной за всю историю Destiny 2. И хоть я на канале сотни раз говорил не завышать ожидания от любого анонса к сезонам или DLC, чтобы лишний раз потом не разочаровываться, против риторики самой Bungie не попрешь. И примерно после релизного трейлера я и сам уже стал замечать, как растут собственные ожидания от грядущей истории. В этом видео я поделюсь первыми впечатлениями от сюжетки. Это не обзор на дополнение «Королева-ведьма», а лишь рассказ о моих эмоциях от прохождения истории Саватун и первых мыслях в связи с этим. Полноценный же обзор на дополнение, в котором мы поговорим не только о сюжетке, но и о эндгейм-контенте, новых механиках и сезоне, выйдет после того, как мы пройдем рейд, который стартует 5 марта. Я всегда считаю, что лучше сначала собрать полную картину о дополнении, прежде чем давать какой-то вердикт. Обзоры на все дополнение по истечению пары дней вы найдете на любом другом игровом портале, который не специализируется на Destiny, поэтому этого полно. И да, поскольку это видео о сюжете, предупреждаю, что оно напичкано спойлерами, я в них стесняться сегодня не буду, так что если вы еще не прошли дополнение, то советую сразу перемотать на итоговый комментарий по ролику вот на эту отметку. Давайте начинать. История дополнения «Королевы-ведьмы» начинается на Марсе, а ее события происходят сюжетно на той же самой неделе, на которой мы провели ритуал экзорцизма над Саватун в городе грез. То есть это буквальное продолжение всех событий прошлого игрового года и сезона. И это одна из главных вещей, на которую обращаешь внимание как в случае с сюжеткой дополнения, так и в случае с сезонной историей Возрождения. У нас не случилось непонятных скачков во времени, а все действующие лица и персонажи те же, что и в прошлом сезоне. Икора взяла на себя командование, Мара Соф прилетает на Марс, Завала злой по столу бьет, как и раньше. В общем, все логично. Прежде мне не нравилось, когда дополнения или сезоны вырывали из всего многообразия истории Destiny какого-то персонажа, о котором не было никакой инфы на протяжении нескольких лет или месяцев, и пытались о нем рассказать, бросая все прежде сделанное нашими стражами как бы на полпути. Так что эта непрерывность повествования, можно сказать, создает эффект просмотра сериала или серии крутых блокбастеров. Сами миссии перестали напоминать налеты авангарда, вам дают задание, вы отправляетесь на Марс, проникаете на корабль, доходите до первой цели и лутаете сундук с наградой. Ранее, после этого, вы бы вылетали на орбиту и летели в башню поговорить с тем же Завалой, что, согласитесь, ломает все настроение и логику. Вы прорывались на корабль с трудом, а потом вдруг можете оказаться в другой точке мира или вообще пойти в другой режим. Теперь же, после первой цели и пачки наград, вы просто бесшовно идете дальше по миссии и разгадываете секреты в непрерывном потоке. Такая непрерывная череда из миссий может продолжаться на протяжении не одного часа, что больше свойственно для крупных сюжетных одиночных игр вроде Titanfall или Doom, с которыми опять же сравнивали свою историю с сами Bungie. Тогда эти слова вызывали, мягко говоря, недоверие, теперь же понятно, что аргументы к такой позиции и правда есть. Настроение сюжетной истории тоже чувствуется с первых минут. Растерянность, непонимание, желание во всем разобраться. Каждая миссия задает игроку все больше вопросов. Сначала недомолвками и загадками, а ближе ко второй половине уже просто сумасшедшим круговоротом историй, которые рассыпаны как пазл по сознанию Саватун. Мы пытаемся восстановить утраченное воспоминание как разбитую вазу и также разобраться в происходящем. Продолжительность сюжетки зависит от выбранного вами уровня сложности. Мы в первый раз проходили на легенде, поскольку такой режим предлагал увеличенное количество наград и быструю прокачку персонажей. Кстати, с этим не соврали, и бонусы за прохождение сложного режима были достойные. Пак брони высокого уровня и новые экзоты. Так вот, первое прохождение, с учетом всех сложностей, затыков от новых локаций и всего остального, заняло у нас примерно 6-7 часов. Цифра для сюжетки Destiny просто запредельная, с учетом того, что раньше любая сюжетка спидранилась за 2-3 часа. На обычном уровне сложности, на втором и третьем персонаже, мы уже прошли сюжет гораздо шустрее, часа за 4 примерно.
что, однако, все еще выше предыдущих дополнений. Так что если вы большой фанат именно сюжетных квестов в Destiny, то вы будете довольны на все 100%. Тут можно давать гарантию. Что же касается самого сюжета, его содержания и его поворотов, тут тоже все выполнено в духе лучших фильмов, блокбастеров и крупнобюджетных сериалов. Мы долгое время посвятили выяснению того, как Саватун получила свет и призраков. Еще со времен анонса дополнения игроки гадали, строили теории о мертвых призраках, похищенных Саватун, а в итоге оказывается, что странник самостоятельно и по своей воле даровал ей эту силу после того, как та, следуя трем принципам преданности, жертвенности и смерти, упала на коленях перед ним сразу после того, как сбежала от нас в городе грез. Все это показано красивейшими катсценами, которые не хочется проматывать даже на третьем прохождении. И вот только мы осознаем этот поворот, как сюжетка словно переходит экватор, и дальше все события несутся с огромной скоростью. Мы все чаще слышим о неком свидетеле, существе, о котором знает Саватун, но почему-то совсем ничего не знает ни Авангард, ни сама Икора со своей шпионской сетью. И не успев разобраться в этом, мы спешим уже за Саватун и догоняем ее, когда она практически похитила странника, и убиваем ее в мире престоле. К финальной битве, возможно, есть вопрос по части эпика, она все же отстает по постановке от сражения с братом Саватун Ориксом, но я прекрасно понимаю, что это, в принципе, тяжелая задача – оправдать ожидания от битвы с одним из самых могущественных противников. Так что в целом последнее сражение тоже удалось, так на восьмерочку, наверное. Мы сражаем королеву, и она предупреждает нас, что все дальнейшее в наших руках, а свидетель идет. После чего видим эту катсцену. Свидетель. Существо, которое все это время оставалось самой большой загадкой вселенной. Кто он? Чего от него ждать? Это наш новый главный враг или он наше спасение, как он говорил сам нам в сюжетке «Обители теней». Эти вопросы будут мучить нас, думаю, до дополнения «Финальная форма», которая намечена на 2024 год. Но мы, конечно, будем разбираться. Самым же волнующим вопросом, судя по моему чату на трансляциях, стал внешний облик свидетеля. Люди не знали, как на него реагировать. Многим он, я видел, не понравился. Я же вот что скажу. Дизайн пирамид, их интерьера и, если его можно так назвать, пилота, это то, что должно расколоть привычную картину мира Destiny, но не разрушить ее, конечно. Свидетель с его большой яйцеобразной головой и огромными черными глазами выглядит как самый классический образ гуманоида из sci-fi литературы или кино 70-х и 80-х годов. А Destiny, как я рассказывал в своих больших эссе о ее устройстве, всегда и базировалась на такой литературе и вдохновлялась ею еще с релиза оригинальной части. Свидетель должен вызывать трепет, страх, да даже смех. Все это он вызывает, потому что вы не знаете, кто он, что ему подвластно и почему он вращает планеты, как шахматные фигуры. Метафора с занавесом, который он наконец отдернул и вышел к нам, самый сильный символ в повествовании.
И теперь ставки очень высоки. Но согласитесь, огромное зубастое какое-нибудь рогатое чудовище здесь совсем было неуместно. Здесь нужно что-то элегантное и оттого пугающее. Тут чувствуется даже какое-то легкое заигрывание с разрушением четвертой стены, что я был бы рад увидеть в неком роде. Свидетель должен стать освободителем, богом. Но он не хочет давать ни жизнь, ни смерть. Да, сплошные загадки, но все, что я пытаюсь сказать, то что если вся эта буря эмоций поднялась от его появления на экране, значит Банжи на 100% справились с задачей. Шок есть, шок должен был быть. А тем, кто считает, что его внешний вид выбивается, напомню, что выбивался гораздо больше Калус. Желтая жаба с золотой чашей, лежащая на золотом троне в окружении фиолетовой жижи. Вот тогда, когда я его первый раз увидел, я охренел. Вот это был просчет, потому что ты знаешь, что Калус – император Кабал. Ты знаешь, как Кабал выглядят. Ты убил одного из высших чинов только что, Гоула, а потом тебе показывают вот это вот. Это полный промах. В случае же со свидетелем, ты не знаешь, кто он. Он может оказаться хоть глыбой из камня. Это его форма, кстати, которую он может менять, что опять-таки уже являл нам в финале лунной истории. Так что ждем развития истории тьмы и флота пирамид уже в рейде, и после поговорим об этом в итоговом ролике. И забавно, что сливы, которые появились о дополнении в прошлом году, слово в слово предсказали эту катсцену. В это верилось меньше всего, но в итоге оказалось правдой. Мы видели достаточно. Если вы хотите спросить, что мне не понравилось, то я скажу, чего мне не хватило. Агрессии к страннику. Да-да, не удивляйтесь. Вот в той самой сцене, когда Авангард и остальные герои выясняют, что Странник дал силу света Саватун по своей воле, почему никто прямым текстом из героев не сказал, что мы слепо доверяем не тем силам? Уже всем все понятно, Странник не добряк, который пришел нас оберегать. Так почему никто из героев не произносит все еще этого вслух? Я хочу, чтобы Завала усомнился, хочу, чтобы и Кора сказала, что это все неправильно. Или экзонезнакомка уже наконец выложила карты на стол о темном будущем. И это, конечно, наверное, случится, но жаль, что с этим все же еще решили потянуть. В целом же, сюжетка мне понравилась. Из всех историй, что были в Destiny 2, она самая комплексная, завершенная и интересная. В отличие от отвергнутых и их чередой погонь за баронами или обители теней, которая тупо была посвящена сбору шмоток, это совершенно другой уровень. Так что всем тем, кто любит Destiny за сюжет и за историю, строго рекомендовано к покупке. Как-то так. Немного может сумбурно, но это первое впечатление, которое я смог собрать у себя в голове. Уж больно часто ко мне на стримы заходят люди и спрашивают, что я думаю о сюжетке. Наверное, о чем-то я забыл, но я скажу об этом в ролике с обзором дополнения после рейда, как уже говорил. Так что не пропусти его, подпишись, поставь лайк, пиши свои мысли в комментариях и, надеюсь, скоро увидимся на стримах. Берегите друг друга и до связи.